Я простой работяга и пашу на заводе в 3 смены. Зарплаты, конечно, хватает, но график работы тяжеленный. И каждый день, вместо того, чтобы пить с мужиками, я сажусь в танки, давлю в бой и не стою за кустами. Статисты сливаются на команду, возмущаясь. Нытики ноют, а мне плевать, я играю и расслабляюсь. Кто-то в чате материт арту, кто-то проклинает баланс, от боя к бою приобретая когнитивный диссонанс. А я спокоен, меня не пугают открытые карты. Малиновка, Прохоровка, тот, тут есть где укрыться от арты. Люблю Химмельсдорф, у меня тут отработанный план. Я привычно еду на банан. 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 Одногруппники не спят ночами, заучивают семинары, а я переставляю моды, выбирая красивые ангары. Кто-то из них мечтает сделать научное открытие, а я ставлю прицелы и шкурки с зонами пробития. Первая красавица всего курса Света Ковалева встречается с Владом. Папа подарил ему машину клевую. А я после пар подрабатываю обычным барменом. Но в душе очень мечтаю стать киберспортсменом. Собрал команду, тренируемся, играем в ладдере. Выиграли турнир, купил видюху и брос 4-ядерный. Брат удивлен, папа перестал говорить, что я баран. Ведь я знаю, что делать на химках. Еду на банан. 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 Ну а я простой вододел Юша, автор лучшего пака про танки. Мало кто видел мое лицо и накачанные банки, зато все знают мой голос и смотрят мои видео, оставляя в комментариях кучу разных эпитетов. Те, кто хочет тащить в танках, смотрят мои стримы. Там я показываю, как выцеливать места уязвимые, кучу разных тактик и как держать фокусировку, и зрители-танкисты обретают сноровку. В танки просто так, я играю редко и для души. Как и все люди, могу иногда протупить и не затащить. Могу промазать или сделать глупый таран. Но на химках хоть убейте, еду на банан. Еду на банан. Еду на банан. Еду на банан. После пар подрабатываю обычным барменом, но в душе очень мечтаю стать киберспортсменом. Собрал команду, тренируемся, играем в ладдере. Выиграли турнир, купил видюху и брос 4-ядерный. Брат удивлен, папа перестал говорить, что я баран. Ведь я знаю, что делать на химках. Еду на банан. 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 Ну а я простой вододел Юша, автор лучшего пака про танки. Мало кто видел мое лицо и накачанные банки, зато все знают мой голос и смотрят мои видео, оставляя в комментариях кучу разных эпитетов. Те, кто хочет тащить в танках, смотрят мои стримы. Там я показываю, как выцеливать места уязвимые, кучу разных тактик и как держать фокусировку, и зрители-танкисты обретают сноровку. В танки просто так, я играю редко и для души. Как и все люди, могу иногда протупить и не затащить. Могу промазать или сделать глупый таран. Но на химках хоть убейте, еду на банан. Еду на банан. Еду на банан. Еду на банан. Еду на банан.